Всем привет, ребят. Ну что, как многие просили, сейчас вам запущу на русском, не на китайке, на русском сервере сегодня топовую акцию. Пират плюс акцию, которую у нас наконец-то ввели. Хрустальный сундук называется у нас на русском сервере. И покажу, что с него падает. Так, ну давайте сначала, вот у меня есть 33 тысячи самоцветов, мы сейчас их все потратим на пирата. К сожалению, у нас сегодня опять же пират не с осколками, точнее не с красными и синими кристаллами, как на китайке, к сожалению, но ничего не поделаешь, посливаем в эту акцию, а там посмотрим уже. Там они копятся. Так, карта смены. Лучков нет. Посмотрим, как кулаки. В принципе, мне кулаки-то особо и не нужны. У меня герои вроде докачанные. Единственное, под обнову на 8-й рунке. Немножко надо подкопить. Так, окей. Смотрим, что у нас. Ну, 1000 кулаков, это херня по сути. Вот плохо, что они не сделали, чтобы оно все падало сразу же в инвентарь. Ну, тут дают, в принципе, сейчас смотрю карты на адский саммит. Тоже неплохо, по 3 штучки. Можно карт набрать. Ну, пират до утра будет. 12 карт, в принципе. Есть смысл даже побегать ради адского саммита. Потом все посливать. Ну, падают расходники. Для начального аккаунта, я вам скажу, для любого аккаунта, кроме моего, наверное, моей основы. Есть смысл играть в эту акцию. Ради этих плюшек. Ну, на китайке все-таки покруче. Сейчас она, по-моему, там еще идет. Я вам покажу. Забегу. И сравните награды. У нас еще есть время. Мы сразу посмотрим. Пират на китайке и пират здесь. Ну, единственное, что мне здесь нравится, вот сейчас на данный момент, данная акция, это то, что на адский саммит падают карты. Но опять же, их падает не особо много. А вот кулаки не радуют. Кто смотрел первый видос, там где я сливал миллион, там мы набрали 500 тысяч кулаков за миллион. Дальше все начали резать в два раза, потом опять порезали. В итоге очень-очень мало. Так, ну такое себе 1500. Сундук рун упал. Единственный. Так, ну, смотрим плюшки приблизительно. Что у нас сейчас будет. Сейчас позабираю. Ну, первое вы видели. Вот такая вот вторая награда. Сет ремки третий.
3К кулаков, риббит, аугментация. Ну, в принципе, тоже неплохо, скажем так, в сочетании с акцией общей, типа копления, которая сейчас есть, то вполне нормально. Еще можно оттуда плюшки будет забрать, там сет прочного пакта, по-моему. Вот это второе. Третий стрелок дают за 15 тысяч две коробочки, сетик пятый, 10 слизней. Ну, честно скажу, с китайка это в долю не падает. Так. Сейчас, ребят, секунду. Стрелок, в принципе, неплохо для того, у кого его нету. Получается за чуть-чуть больше, чем полпака большого. Я считаю, это неплохо. Ну и вот порочный пакт, ребят. Самый основной приз за большой пак. Я считаю, это очень-очень отлично. Два сетика Бастиона, карта топовая, 25 осколков огнекрыла. Ну, неплохо, неплохо. Так, нам надо добить еще 10 тысяч. Вот как раз у нас 11 до 3,5 сливаем. Поехали опять в пирата. Есть смысл играть. Однозначно. Так, есть. А, у нас опять. Ну вот это мне не нравится. То, что надо все время перезаходить. Но вот награды с кристального сундука. Неплохо, неплохо. Согласитесь. Хоть радует, что добавили наконец-то эту акцию у нас на русском. Тем более вместе с пиратом это вообще огонь. Пират бы, конечно, был бы такой, как изначально он должен был быть. Либо такой, как сейчас на китайке. Опять холодного напился. Так. Сейчас посмотрим, что мы выбили за это все. Так. Раз. Так, есть. Окей, забираем. Теперь надо подумать, кому пакт. Пишите в комментах, на ком еще потестировать его. Я не знаю, у меня вроде все Минотавры. Наверное, на Минотавра этот пакт поставлю. Потому что Минотавр у меня на основе без него, на китайке с ним. Ну вот, все, собрать. Все, забрали все награды. Вот так вот, ребят. Получается 45, там 50. Где-то в районе 60 тысяч самиков надо иметь, чтобы поиграть в эту акцию. Так, окей. Поехали. Получить все. И сейчас посмотрим, что мы за сегодня получили.
Так, кристаллы. 64, 12 тысяч, грубо говоря, 13 даже. Так, кулачки такие с акцией и 10 тысяч кулаков. Вообще фигня по сути, очень мало. Кулаков очень мало дают. Так, 32 смены есть. Две коробки это с акцией. Так, что еще такое интересное? Ну, талантик получили. Стрелка. Три коробочки. Три сундука, точнее. Ну, такое себе. Третий сет один. Опять бастион. И один пятый это с акцией. Ну, железная воля. Неплохо, я считаю. Так, третий сет ремочки. Две карты. Два сета. Пятых бастиона. Ну, я считаю, запорочный пак, в принципе, есть смысл поиграть. У вас время еще есть. Так, ювелирная сумка 7. Вот так вот нам нападало. Поехали. Две сумочки огнекрыла. Рибит. Все? Да, все, в принципе. Ну, тут сумки питомцев элитные. Так, сейчас пойдем на китайку, покажу вам на китайке разницу. Как там падает, какая там акция, насколько она круче. Так, ну вроде все, с основой разобрались, там что-то нам еще пришло дополнительно, да, еще осколки дослали. Зайдем сейчас в большую выгоду, покажу сразу. Вот сетик четвертый уже. Надо будет пятерочку сделать. Так, почти рибит. Ну, я не знаю, зачем его сюда впихнули. Асура тоже осколки. Что-то дороговато. И 80. И тем более акция идет до завтрашнего утра. В принципе, очень мало. Чем мне нравится больше китайка. Идем на китайку. Покажу вам китайку. Так, ну вот, смотрите, новая акция, 22 минуты, и тоже идет пират, 21 минута. Здесь дают сумки огнекрыла, это раз. Во-вторых, кристаллы дают сумки огнекрыла, нету рибита. Сейчас посмотрите разницу, сколько у нас там самиков. Ну, давайте 8000 спустим. Я хочу все-таки все потратить на прокачку и героев, а не так. Вот сегодня у меня будет здесь за 600 самоцветов следующий порочный пакт. Вот так вот, намного дешевле, чем там. Так. И затрату, видите, третий день идет. Мы можно собрать, еще и священный огонь получить. Так, 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 так. Идем на пирата. Смотрим. 1200. 10. Смотрите разницу в наградах сразу. Как здесь падают сундуки и все остальное. Кулаки, кстати, тоже не очень падают. Но зато здесь падают кристаллы, что очень и очень даже неплохо. Вот 36, считайте, получили. Со стороны прокачки, ну, если смотреть со стороны прокачки аккаунта, на китайке все-таки круче. Потому что вы эти кристаллы синие, красные, можете быстро прокачать там себе просветы. Руны опять те же. То есть все намного круче. Кулаки тоже падают. Очень плохо. Раньше было получше. Но зато падают сундучки. И руны падают, как видите. 5, 18, 48, точнее нет, 15, 32, 33, ну, в общем, вот так вот, кулаков опять же падает, ну, я не столько слил, 1к только набили, вот, поэтому, не знаю, и там хорошо, и здесь хорошо, там по-своему, тут по-своему, 12 тысяч, вот смотрите,
до 20 практически, тут тоже акция. Ну, вы, в принципе, все видели, я уже рассказывал. Все, пишите комменты, обязательно подписывайтесь. Как обычно, лайки. Все делаем для того, чтобы вы понимали. Все, всем пока.